Всем еще раз привет. Мы на пляже Морская Звезда. Эх, куда я зашел. Смотрите, как ступеньки куда ведут-то, а? Идешь в бездну морскую практически. Пришел в морской, точнее, рыболовный баркас Мария. И вокруг него теперь чаек дофига. Значит, рыба есть. Невольно складывается у меня такое впечатление. Помните, как в Ералаше было? Когда Павел там на катке начал ломку брить. Здесь рыбы нет. А вот у нас рыба есть. О, точно, мужики вон ее разгружают. А чайки нервничают такие. Красота, да и только. Но только нету. Лёшка есть, я. Мне кажется, подсыпали немножечко так галечки сюда. Может, я, конечно, ошибаюсь, но складывается впечатление, что подсыпали. Чайки. Добычу чувствуют, но не свою. И нервничают. Рыбку-то есть, а пожрать-то не могут. Смотрите, как они летают. О! У них тут гнездо. Прям так близко-близко летает. Красиво, рыбки хотят. Барабуля, да, ребят? Я покажу, можно? А? Можно показать, не против? Спасибо. Вот смотрите, улов какой. Барабулька, вот она такая. Вкусная. В жареном виде особенно. Видите, какая вкусная. Вы вот по видам, что ли, сортируете, да? По размеру, а? По размеру ее, да? Не, мелкую выбираем. Мелочь. Попадаю. Коварный вид. Ну, вы ее продаете где, как, сдаете, да? Или тут можно вот прийти людям, если сейчас сказать, что приходили. Вот, ребят, если есть желание, вот здесь вот можно прям сразу быть. А что ты мешаешь? На этой. На пляже Дельфин. Приходите. И здесь вам рыбку дадут попробовать. Всякое разное. Продается прямо здесь. Вот ее промывает прям море. Нормальный улов такой. Видите, это хорошая уже крупная. Жареная, вообще вкуснятень. И чайки такие вот. Жрать-то хочется, а бояться. Сами ловите. Красотень. Вот, спасибо, ребят. Давайте, удачи вам. Вот, еще один хищник идет.
Опа, видите? Вот это называется подфартило. Вот это свезло, так свезло. Он еще перебирает что-то. Не ест. Что там, много рыбы еще? Можно глянуть? Глянуть можно рыбу? Сейчас глянем. Как она там? А, она там внутри. Вот туда, вот прям внутрь. Это надо с той стороны залазить. Стой. Сейчас залезем. Ого. Пожалуйста, здесь. А, уже? Понял. Все, все. Прикольно, прикольно, ребята. Ну, ругаются некоторые. Ну и ладно. Смотрите на чайку. Летает прям вот. То ли запах рыбы она чувствует, то ли что-то еще. То ли рыбу. Ну прям вот так вот, прям перед носиком. Ладно. А это гордые. Пойдемте дальше по дельфину. А это гордые чайки. Эти ждут, когда Мария уйдет в море. И съедят всю рыбу. О, блин, у меня аккумулятор садится этот. Дожился. Доходился, точнее. Смотрите, а что это тут выстроились? Их тут вообще много. Так вообще, что они кругами по очереди летают. Я их всех сгоняю постепенно. Увлекшись рыбой, я забыл про пляж непосредственно. Смотрите, на пляже никогошеньки нету. Тишина. И ветер. Тишина и ветер. Вот такой вот пляж дельфин. Кафешки как будто во флагах всяких белых. Красивых, разорванных слегка. Какие-то замурованные, вон, видите. Сеточками, чтобы не лазили всякие мародеры. Есть такое у нас всякие, найдется. Обязательно кто-нибудь, кому надо залезть туда, куда не надо лезть. Вот так вот. Вот так вот и живем зимой. Ну, пока еще осенью. Ну все, на этом всем, наверное, пока, ребят. Дальше я уже не пойду, поэкономлю аккумулятор. Побегу его заряжать. Всем пока. До новых встреч в эфире. Привет из Лазовского.